Приветствую всех! Сегодня 1 июня 2022 года, начало лета. Не хотел снимать какое-то особое тематическое видео. Вот решил, так сказать, вечером просто запечатлеть теплый июньский вечер. Сейчас 8 вечера, даже 9 вечера. Вот, нахожусь рядом с метро Таганская, то есть студия театрального искусства, театр такой, на улице Станиславского. Что ж, будем надеяться, что лето, уже наступившее и только-только протянувшее объятия, будет интересным, хорошим, полным позитивных моментов. В самом начале лето идет медленно, каждый денек уникальный, а уже, конечно, потом со временем оно начинает ускоряться, поэтому хочется, чтобы все-таки лето не пробежало так быстро, как весна. Будем стараться всеми силами. Вот, я думаю, это возможно. Ну а так скоро день летнего солнцестояния, самый длинный день в 20-х числах июня. Ну то есть еще все только впереди. Будем надеяться, что, собственно, погода будет отличной. Как только сегодня прочитал в новостях, что ожидается медовое лето, то есть будут дожди ливневые, но они будут только кратковременными, а в основном безветренная теплая погода. Поэтому звучит неплохо. Ну а там посмотрим. Главное, что 1 июня не пошел дождь, как обещали. Поэтому такие вот дела. Ну, наверное, на сегодня это все. Буквально хотелось только чуть-чуть поснимать и заархивировать, так сказать. Ну, надеемся, что увидимся скоро. Совсем-совсем скоро. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока.